Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам Lada Vesta 2016 года выпуска. Это юбилейная серия. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер автомобиля, выражая благодарность автосалону Авто1 за предоставление данного автомобиля на съемку. Цены на Ладу Весту стартуют с отметки 529 тысяч рублей. Комплектация Classic 1.6 на ручке, 106 лошадиных сил. Стоимость данной юбилейной версии составляет 735 тысяч рублей, 1.6 на ручке, 106 лошадиных сил. И самая богатая комплектация — это люкс юбилейная 1.6 на роботе, 106 лошадиных сил. Стоимость 760 тысяч рублей. В июле 2016 года главный автомобильный завод страны ООО «АвтоВАЗ» празднует свое 50-летие. В 1966 году было принято правительственное постановление о его строительстве в Тольятти. В преддверии этого события «АвтоВАЗ» выпустил ограниченную юбилейную серию автомобилей Lada X-Ray и Lada Vesta. Каковы же отличительные особенности этих автомобилей? Экстерьер. Цвет кузова сердолик, красный, с черной крышей и черными накладками на боковые зеркала. Оригинальные черные диски 16 дюймов с хромированными центральными колпачками и болтами. Шильдики с юбилейным лого. Что касается интерьера, это рулевое колесо с отделкой кожей и красной отстрочкой. Декоративные вставки с окраской в черный лак. Чехол рычага переключения передач из натуральной кожи с красной прострочкой. Салонные коврики с красным кантом, алюминиевые накладки на педали, оригинальные сиденья с красными вставками из уникального материала алькантара и красной строчкой, вышивка юбилейного лога на спинке передних сидений. Не стоит забывать, что каждый автомобиль будет оснащаться табличкой с уникальным номером и подтверждается специальным сертификатом обладателя ограниченной серии Lada Vesta. Ограниченная серия Lada Vesta разработана на базе комплектации Lux плюс пакет мультимедиа, который включает безопасность. Подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения, система экстренного оповещения Aero GLONASS, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения, электронная система распределения тормозных усилий, противобуксовочная система, система помощи при трогании на подъеме. Что касается комфорта, подогрев передних сидений, регулировка по высоте водительского сидения, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, датчики парковки сзади, круиз-контроль и ограничитель скорости. А также имеется мультифункциональное рулевое колесо, мультимедийная система с навигацией, экран 7 дюймов, цветной, дисплей тачскрин, AM/FM с функцией ATS, USB AUX, Bluetooth, hands-free, 6 динамиков, 2 высокочастотных, имеется камера заднего вида и обогрев ветрового стекла. Презентация автомобилей состоялась 23 июня, всего будет выпущено 1000 экземпляров по 500 каждой модели. Что касается безопасности, в результате краш-теста, проведенного авторевью по методике ARSAP, Lada Vesta набрала 14 баллов из 16 возможных, что означает присвоение машине оценки в 4 звезды. В свою очередь, Lada Vesta оказалась безопаснее таких автомобилей, как Ford Focus и Solaris. В 2016 году на автомобиле в комплектации Lux начали устанавливать боковые подушки безопасности. Что касается технической составляющей, то здесь встроен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, объем 1.6, мощность 106 лошадиных сил, крутящий момент 148 Нм. Расположение двигателя переднее, поперечное, соответствие экологическим требованиям Евро 5. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 180 км в час, разгон от 0 до 100 км в час за 11,8, расход топлива в городском цикле это 9,3 на 100 км пути и в загородном цикле 5,5. Длина данного седана составляет 4410 мм, ширина 1764 мм, высота 1497 мм и колесная база 2635 мм. Клиренс 178 мм. Диски доступны 15-дюймовые и 16-дюймовые. 16-дюймовые размерный шин 195 на 55, 15-дюймовые размерный шин 185 на 65.
Объем багажника составляет внушительные 480 литров, объем топливного бака составляет 55 литров. Снаряженная масса данного седана составляет 1230 кг, полная масса 1670 кг. Тип привода передний. Тип передней подвески независимая, пружинная, Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески полунезависимая, пружинная, торсионная балка. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние тормоза барабанные. Я считаю, что Lada Vesta юбилейная серия — это настоящая находка для ценителей АвтоВАЗа.